Всем привет! Сегодня на обзоре Toyota Sienta 2018 года выпуска, рестайлинг, в кузове NCP175, 1,5 литра, не гибрид, полный привод, в практичном серебристом цвете, максимальная комплектация G-Cuero, G-Cuero также называется. Дорогая рестайлинговая LED-оптика, ходовые огни, фара-линза, штатные подтройники сонары передние, штатные диодные туманки, передняя камера, камеры в ушах. Подогрев лобового стекла в зоне дворников, дополнительная опция. Так, установлены штатные 15-е колеса, колпаки и новая без износа резина. Японская Toyo. 2018 года выпуска. Так, штатные оригинальные ветровики. Задняя полусфера остекления затонирована. Рестайлинговая LED-оптика задняя. Дополнительно установлены задние подтройники сонары, задняя туманка, камера заднего хода видеообзора, два ключа и мобилайзера. Бесключевой доступ, автоматическое складывание зеркал, комбинированный кожаный салон, кожаный мультируль, управление медиа, управление бортовым компьютером. Так, две электродвери, кнопка включения камер кругового обзора, адаптивный дальний ближний, контроль полосы, датчик предотвращения столкновений, старт-стоп, кнопка, пищалки в дверях. Пробег оригинальный 90 тысяч, 395 километров. ТРК антиюз, подогрев лобового, кнопка включения. Так, USB быстрая зарядка, воспроизведение видео на ходу, кнопка выведена, климат-контроль. Многоформатный монитор, 68-я модель, свежая. Камера кругового обзора с траекторией движения, динамические статические линии. Подлокотник водителя, японский видеорегистратор, так, двери у нас включены, так, второй ряд у нас двухместный. Подлокотники для пассажиров, подстаканники. Харьер. Так, третий ряд у нас под вторым. Thank you.
способом раскладывается. Второй ряд регулируется как по наклону, так и вперед-назад двигается. Доводчики дверей. Ценные два места. Автомобиль шестиместный. Диодная подсветка номерная. Бардачки дополнительные. Вешалка. Так, штатные инструкции, сервисные книжки. Так, аукцион лист, аукцион TA, номер лота 250. Дата торгов 30 марта. Номер кузова NCP-175-702-66-23. 4,5 балла. А кузов B-салон первый раз на аукцион выставлялся от собственника автомобиля 18 год, 10 месяц регистрации. 1,5 литра, 1,7 код краски, мультимедиа в достоинствах, пробег оригинальный 90 тысяч по кузову, несколько царапин, скольчиков, новая резина, указано без окрасов, без замен, целый аукционный автомобиль, статистики есть, статистика открыта, легко находится, повторюсь. Данный автомобиль продается, подробная информация по телефону, закрепленном в шапке профиля.